Итак, позиция закрытый гард. Мы выходим на кимуру. Ну, когда соперник особо сильный, он старается, как только вы выходите на кимуру, выпрямить свою руку, бросить ее вот сюда. Я применяю такую хитрость. Я стараюсь провести эту руку за головой, прихватываю его трицепс и делаю приветку. Прихватываю вот так. Отсюда ставим ладошку. Затаскиваю его на себя, выбираю спину. Еще раз. Закрытый гард. Выходим на кимуру. Сильный соперник не дает доделать мне этот прием, то есть он временно пассивно защищается, выпрямляет свою руку. Я вместо того, чтобы ее доделать, стараюсь закинуть ее себе за голову, прихватываю трицепс, делаю такой армбрэк, делаю приветку. Тут же сокращаю пространство между нами. Стою вот сюда, стою на ладошку, левую ногу вытаскиваю до дальнего бедра и затаскиваю к себе. Беремся в белл, заваливаемся вот сюда и забираем спину. Специально для БЖ.